Спасибо, Сергей Александрович. Я понимаю, вы надеетесь, что я выйду на связь, и мы успокоим графа Катрену. Но я этого не сделаю. Ведь для того, чтобы выйти на связь, я должен использовать двойной ключ кодирования. Одна часть ключа у меня, вторая у радиста. Это было сделано для страховки. Но с радистом что-то случилось, я так понимаю, убит. Выходить на связь с одним ключом просто бесполезно. Это очень плохо. Нам надо срочно возвращаться в Новороссийск. Собирайтесь. Какие договоренности? Теперь он для нас бесполезен. Сгущает краски. Катрен к нему относится как к сыну, поэтому нужно сыграть на этой привязанности. Может быть, все-таки в госпиталь? Я в полном порядке, товарищ капитан второго ранга. По-прежнему никаких вестей от группы? Нет, к сожалению, нет. Ну что, вы все еще уверены, что контролируете ситуацию? Скажите, как долго вы собираетесь бездействовать, господин полковник? Даже если мы потеряли одну группу, это плохо, да. Но это не смертельно. У нас ведь есть еще ресурсы. Позвольте с вами не согласиться. Что случится, если кто-то из ваших людей попадет к русским живым? Ведь безопасность всей школы под угрозой, господин полковник. Абсолютно никто из бойцов не знает о школе больше, чем он должен. Неужели? А ваш приемный сын? Живым Николая не взять. Даже если мы с вами допустим такую возможность, то с его стороны предательство просто немыслимо. Он идеальный боец. Всем сердцем ненавидит врага. И все же, оставьте. Он считает меня своим отцом. И я могу за него ручаться. Вам без усов тоже идет, Николай Борисович. Что случилось? Самолет стало плохо, в больницу нужно. Товарища майора в комендатуру. Товарища майора? Здравия желаю. Здравия желаю, товарищ майор. Пройдемся до КП, я вызову машину. Карп, на дорогу смотри. Есть на дорогу смотреть. Что с товарищем капитаном третьего ранга? Жару бью. Надо было в Ленинграде оставаться, надо не послушал. Ну так вы бы, как мне, шагом марш в госпиталь. Что? Куда мы едем? В больницу. Панин где? Панин в управлении. Миш. Миш, надо в комендатуру. Отставить комендатуру. Так куда ехать? В больницу. Извините. Тут совсем немного осталось уже.
О, папа. Шаги, шаг. Не понял смысла песни. Это чего? А? Чего за дела на маскарадах? Чего это? Гнида? У майора ГБ вырядился. Я так понял, товарищ Панин, и есть майор. Чего? Товарищ. То есть вчера был враг, а нынче рядом ляг? Дружок дорогой. Еще и старше меня по званию. Тише, тише, Паша. Скажи Нестеренко, все объяснят. Угу. Идемте, майор. Есть. Бегом давай. Чего же никого нет? Серёж. Да. Не уходи, пожалуйста. Не-не-не, здесь все нормально. Все будет хорошо. Присаживайтесь, товарищ. Благодарю. Товарищ капитан, приказ. Просил не пускать. Я сойду. Приказ, ну не могу я. Приказ. А что здесь за гул? Товарищ капитан, о, сидит уже. Ну, проходи. Проходи. Значит, такое дело. Товарищ майор госбезопасности, товарищ Панин, будет работать теперь с нами. Вот так вот. Его обману. Еще слово, товарищ капитан-лейтенант. И положите рапорт на стол. Разрешите, я в соседней комнате напишу. Здесь воздух очень тяжелый. Да стой ты уже! Ты что стоишь? И попрошу больше никаких недомолвок на эту тему. Разрешите, товарищ капитан первого ранга. Разрешаю. Я понимаю вас. Я действительно все понимаю, поверьте. Я не считаю себя равным вам, кому-либо из вас. Он понимает, он не считает. Важен. Я всегда искренне верю в то, что делаю, иначе не умею. Но бывает так, что приходится признавать ошибочность своих суждений. Возможно, с кем-то из вас подобное бывало. Не бывало. А вот со мной произошло. Большую часть жизни я жил с ненавистью к тем, кто оказался передо мной ни в чем не виновен. В подробности я вас посвящать не имею права. Если нужно, это сделают без меня. Я воевал против России. Честно воевал. Теперь так же честно я буду ее защищать. Почему это вдруг? Потому что это снова моя страна. Я буду защищать ее, как своего отца, жену, будущего ребенка, как мать, которая погибла от голода. Воевать буду честно. До конца. Вас уже ждут. Разрешите? Никто из курсантов не знает о расположении школы. Даже инструкторы посвящены не все. Те, кто прошел двухнедельный отбор в замке Катряну, сажают закрытые грузовики и везут в школу. По дороге им надевают на голову плотные мешки, чтобы они ничего не видели. Водителями служат офицеры Абвера. Обязательно сопровождающий в каждом грузовике тоже офицер Абвера. Когда отправляют на задание, снова надевают. Больше курсанты в школу не возвращаются. —
На поверхности сосредоточены только охранно-маскировочные комплексы. Здесь акустическая система обнаружения самолетов противника. Das Flugzeug ist in Sicht. Das Objekt wurde gesichtet. Rauchbomben zündet. Rauchbomben zündet. Также там есть система задымления территории. Сделано это для того, чтобы создавалась иллюзия туманов от лиманов. И как же вам так удалось войти в доверие, что вы все тайны посвящены? Я один из тех, кто создавал эту школу. То есть один из тех, кому мы обязаны взрывом в портах? Так точно. Готов искупить вину делом. Правильно мыслите, Николай Борисович. Теперь о том, что расположено под землей. Живет личный состав и курсанты в подземном бункере. Там организован целый комплекс помещений. Есть комнаты для жилья, комнаты для обучения. Также там расположен специальный шлюз, через который выдаются подводники и личный состав могут эвакуироваться в экстренных ситуациях. Он устроен как подводный тоннель, ведущий в открытое море. На учениях отрабатывается срочная эвакуация. Застать врасплох практически невозможно. При малейшей опасности все уйдут через тоннель. Также курсанты могут покинуть тоннель на управляемой торпеде. Где находятся выходы из шлюза? Этого я не знаю. Я участвовал только в первичной планировке, детали мне неизвестны. Шлюзы строились после моей заброски. Не знаешь, может, не придумал? Товарищ капитан-лейтенант, выйдите! Товарищ капитан первого ранга, разрешите остаться, товарищ уважаемый. Он должен здесь присутствовать. Продолжайте, Николай Борисович. Моя группа вышла на связь в установленный срок. Второй эфир не состоялся. Есть только одно условие, при котором невыход в эфир будет считаться оправданным. Если группа готовилась к выполнению задания в обстоятельствах, не позволяющих выйти на связь. Нужна подтвержденная диверсия. И лучше в другом городе. Например, в Геленджике. Максимально громкая, максимально короткий срок. А именно? Не знаю, решать вам. Но об этой диверсии должны говорить и в Берлине, и в Москве. Подрыв какого-то большого корабля. Желательно ни одного. Ну, предположим, что это возможно. Дальше что? Необходимо создать идеальные условия для моего возвращения в школу. Продолжайте. Находясь там на месте, я смогу выяснить местоположение шлюзов и координировать дальнейшую операцию по уничтожению личного состава школы. Я полностью согласен и поддерживаю товарища Панина. Считаю, нужно рискнуть. Понимаю ваши сомнения, но ничего другого я предложить просто не могу. Каким бы ни было ваше решение, товарищ капитан первого ранга, но фальшивую диверсию провести необходимо. В противном случае немцы изменят тактику доставки сюда диверсантов. И это осложнит нам их поимку. Ладно. Чем черт не шутит? Капитан первого ранга Нестеренко. Соедините с адмиралом Октябрьским. Как Лена? Неважно, воспаление легких. Завтра с утра ее еще раз навещу. Все свободны. Если что не так, я тебе в бункер Гитлер найду.
Живем пока в штабе, Николай Борисович. Нам здесь приготовили, можно сказать, апартаменты. Лучше, чтобы сейчас нас лишние люди не видели. Понимаю. Когда подтвердится местонахождение диверсионной школы, мы вернемся к вам опять домой. Чтобы оправдать отъезд Марины, соседи, ну и, собственно, прочее. Вот. Прошу. А вы решили разделить со мной эти апартаменты, дабы не оскорблять меня? Куда же я без вас? Да ну что вы, все в порядке. Мне здесь даже нравится. Мне приходилось гостевать в местах не менее занятных. Ну, а пока, может быть, чайку и спать? Было бы неплохо. Я сейчас организую. Очнулась? Ну, хорошо. А то всю ночь бредила, Сереженьку звала. Муж твой? Ну, я так и поняла. Он приходил до тебя утром. Кто приходил? Кто-кто? Муж твой. Вот же. Такой высокий, красивый. Капитан второго ранга. Заботливый такой. Ой, у доктора все про тебя расспросил, потом сидел рядом. Ко мне бы ты так захаживал. Да ты облежала, милая. Береги силы. Я при нем тоже вредила. Нет. При нем в сон провалилась. Он рядом сидел, потом ходил на цыпочках, будто разбудить боялся. А ты чего спрашиваешь? Не мужа. Муж погиб. А. Ты прости, я ж не знала. А чего тебе не эмоция, лежала бы? А где одежда? Так сняли, заперли под замок. Если бы было в чем бежать, то бы половина терапии не осталось. Спасибо, что поддержали мою идею с Паниным, Андрей Фомич. Ты знаешь, Сергей, о предстоящем наступлении наших войск, поэтому для успешного проведения нам нужно собрать все силы в кулак. Ты сам понимаешь ответственность. Мы не имеем возможности терять корабли из-за диверсии. Поэтому Панин хоть и рисковый, но все-таки находка. Ну и, конечно же, не забывая о возможном его предательстве. Да, помню. Поэтому я кое-что предусмотрел. Прошли еще одни сутки, а группа на связь так и не вышла. Поэтому доклад о возможной неудаче нужно прямо сейчас отправить в Берлин. Да, я с этим согласен. Гюнтер, подготовьте, пожалуйста, соответствующую шифровку. Слушаюсь, господин граф. А вам лучше продолжить занятие. Диверсанты нам в любом случае еще понадобятся. Так точно. Поганая итальяшка. Когда прикажете приступить к шифровке в Берлин? Забудьте вы эту шифровку, Гюнтер. И Берлин тоже. Ничего мы пока отправлять не будем. Вместо этого нам стоит поговорить вот об этом. Эту фотографию сделали агенты гестапо. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит? Связь с женщиной низшей расы, я понимаю. Именно так. Наш темпераментный друг Риццоли от одиночества и зависти написал на вас донос. Вот же мерзавец. А я вас прикрыл.
И не в первый раз. Теперь помогите и вы мне. Рицолли будет убежден, что шифровка отправлена в Берлин. Отлично. И, пожалуйста, никогда больше не откровенничайте с ним. Хорошо. Согласитесь, будет весьма неприятно, если она попадет к этим ублюдкам из гестапо, не правда ли? Чай не забудь. Сиди там. Мы начинаем новый этап нашей операции. Она будет проходить на территории противника. Но пока туда отправится только один человек. Капитан-лейтенант Важен. Вам поручается подтвердить данные, которые нам предоставил майор Панин. Есть. Разрешите? Я думаю, что Катряну захочет выяснить, почему группа не вышла на связь вовремя и пришлет проверяющего, доверенного человека. Его зовут Гюнтер Емец. И что? Мы должны убедить Гюнтера, что я по-прежнему верен Рейху. Тогда он сможет засвидетельствовать это Катряну. Если все пойдет по плану, мы с Емецем вернемся в школу вместе. И, соответственно, связь со мной будет прервана. Но... У Гюнтера есть женщина. Вера Дыбенко. Украинка. Найдите ее в Килии и следите за ней. Когда Гюнтер появится у Веры, это будет означать, что и я с большой долей вероятности на месте. Я буду чекать тебя. Товарищи, а почему наш новый друг так уверен, что все будет именно так, как он сказал? Я хочу вам сказать, что эту операцию мы разработали вместе с майором Паниным. Все детали получите позже. Капитан Лейтенант, готовьтесь к переходу линии фронта. Есть. Готовим операцию прикрытия Панину и отправляем Важина за линию фронта. Обидно, что я расклеил. Третий день здесь торчу. А людей не хватает. Прости, что подвожу тебя. Нет, ничего страшного. Самое главное, чтобы ты выздоровела. Да, я вот... вот принес тебе... Я что, так плохо выгляжу? Нет, ты очень красива. Ты это специально купил? Да. Спасибо. Ой, а вы еще разговариваете? Ну, я пойду еще тогда погуляю. Нет, товарищ капитан второго ранга уже уходит. Да. Ну что ж... Товарищ капитан третьего ранга, выздоравливайте. Всего доброго. Спасибо. И вы выздоравливайте. А этого? Ну, не муж который. Сережа зовут? И что с того? Так. Так же, как того, про которого бредила. Ой, зарделась вся. А чего такого? Может, у тебя все одно нет? Чего стыдиться-то? А этот вон заботливый, приходит каждый день, спрашивает о тебе. Ну, и ты все меняешься, когда он заходит. А чего лезть? Вам какое дело? Да мне, собственно, все равно. Извините. Разнервничалась.
Ничего. Я еще со своими расспросами. Мы с ним с детства знакомы. Учились вместе. Но я влюбилась, а он меня словно не замечал. Не замечал. Скажешь тоже. Но он дышать перестает, когда сюда заходит. А сейчас-то что вам мешает? Подполье в Киле и окрестностях Катрину почистил, конечно, основательно. Осталась одна явка, там же рация. Ясно. Вы верите Байну, Андрей Фомич? Другого выхода я не вижу. Скоро наступательная операция на Крым. Наш флот будет задействован плотно. Мы не имеем права допустить никаких либо диверсий. Человек, который тебя будет встречать, уже проинформирован, знает твою легенду, подойдет сам, спросит пароль. Прочти и запомни. Почем сапоги брал? Мешок муки отдал дорого. Мешок я бы давно провел, сапоги уже третий год. Годовали. Да, и еще. Не пытайся уличить Панина. Будь объективен. Прощайте, Андрей Фомич. Прощай, Паш. Вы меня искали, господин граф? Да, Гюнтер. Вы отправляетесь в Новороссийск. Слушаюсь, господин граф. А что я должен там выяснить? Я так понимаю, группа на связь не вышла? Совершенно верно. И вы туда отправитесь, чтобы понять, почему. А моя связь? Связь вы будете держать через агента Шульца. Он прибудет к вам из Геленджика. Так точно. Вы выставили наблюдение возле моего дома? Да, у них есть описание внешности Емица. Вы невнимательны, Сергей Александрович. Мат. Ах да. Действительно, два последних хода были не очень хороши. Просто вы не о том думаете. Документы для проверки. Это можно. Никита Пилипчук. Пилипчук, господин офицер. Коммерсант? Он самый. Что за товар? Галантерея, всякое разное. А це що таке? Забирайте. Барышню свою одарите. Добра вещица. Рядка. Ладно. Езжай дальше. Благодарствуйте. Стой!
Закинчилось. Махну в город. Подбрось-ка. Ну что, доктор говорит, дней через 10 выпишут. Да, мне с утра на обходе сказали. Устала я уже тут. Вы бы поговорили с ними. А то держат здесь здорового человека. Ну-ну-ну, потерпи. Тем более, все равно сообщение от Паши ждем. Важен уже там? Важен в пути. А Панин? Панин с Сергеем. Сергей доверяет ему почему-то. Доверяет. Ты же знаешь, у Сергея всегда имеется запасной вариант. Столько вложили уже в эту операцию, что мы провалиться просто не имеем права. А Панин настаивает на своей отправке к немцам? Да. Вы поддерживаете этот план? Поддерживаю. Сергей убедил меня. Ладно. Поздно уже пойду. Да и соседка там твоя, наверное, в коридоре избилась уже вся. Выздоровай. Спасибо. Чего озираешься? Да так, показалось, думал, фазан. Показалось. Оружие надо краще прятать. А ну, слезай с телеги. Почем сапоги брал? Че смотришь? Мешок муки отдал. Дорого. Мешок муки бы съел давно. А сапоги уже третий год. Фашистам задницу пинают. Не думал я, что полицай будет. Ну, с прибытием, Ника Топилипчик. Микола я. Здорово, Микола. Поехали. Поехали. Давай. Кажется, здесь. Точно здесь. Пришли. Дай-ка. Сюда. Беги-ка, матрос, к телефону. Звони Сергею Александровичу, скажи, похоже, у нас гости. Быстро, давай. Есть. Есть кто? Здрасте, капитан Замелин, Иван Аркадьевич. И вам не хворать, товарищ капитан. Милюшкины мы. А? Вы к нам с вопросом и так. Я к вам из комендатуры. С направлением на расквартирование. Прошу.
16. Так это вам не к нам. 16 – это дальше. Это вам к Столяровым. Вон их домик-то. Ага. А, ну и понятно. Куда к нам, когда у нас самих-то доски гнутся? Это вам к Столяровым, ага. Понятно, вот растяпа. Ну, прошу прощения. Значит, вот тот дом, да? Угу. Ага. Ой, только у вас там все в пустоху будет, милок. А чего же? Так и нет там никого. Маринка-то на сносях, вот Николай ее к родным и повез. А ну и понятно. Куда ему с одной ногой, а тут еще у бабы пузо. Так, а как же быть-то? Ну, может, вернется скоро? Ну, знамо дело, что вернется он у него. Рыба уже дошла, так что день-два и вернется. Ага. Не сомневайтесь. Да от Краснодара нынче можно, это ж вам не при румынах. Так, может, пока суть до дела, может, я у вас остановлюсь? Не на улице же мне ночевать. А пьешь много? Ну, перебора с этим не случалось. Артиллерист. Так точно, артиллерист. Ну, за 1,5 червонца в день договоримся. Безусловно. Ну, заходи. Спасибо. Важен подтвердил слова Панина, товарищ капитан первого ранга. Угу. Товарищ капитан первого ранга. Что у тебя? Сообщение от Лесберга. У дома Панина обнаружен гость. Примета соответствует описанию ожидаемого агента. Ага. Прибыл, значит. Да, это о чем говорил Панин. К слову, о доверии. Ну что, берем нашего гостя в оборот? Есть. Счастливая ты, Леночка. Каждый день к тебе офицеры важные ходят. Простите. Ладно. Пойду курну. Зачем каждый день ходить? Не знаю. Извини, Нестеренко просто вчера поздно вечером приходил. Соседка ворчала все утро, или откупилась от него папиросами. Я вот яблок тебе принес. А откуда? Ребят привезли. Спасибо. Вкусные. Я рад, что тебе понравилось. Я не доверяю Панину. Нельзя его к немцам отправлять. У нас нет другого выхода. Мы должны уничтожить диверсантов до начала наступления. А если предаст? Я рассматриваю этот вариант. Будем рисковать. Пообещай, что заберешь меня отсюда. Я подумаю. А я прошу тебя, Сереж, ну пожалуйста. Я правда очень хорошо себя чувствую. Ладно, что ж с тобой? Только завтра. Договорились. А что с фальшивой диверсией? Сегодня ночью мы взорвем корабли на рейде в районе Геленджика. Ну все, мать! После обеда опять приедем. Да, да только не сам подорвался. Гнида какая-то фашистка. О, Господи. Кунцграфу. Код-пароль ОПН. Задание выполнено. Потопленный противолодочный корабль «Бессмертный» и эсминец «Комсомолец». Невыход на связь объясняю плотным радиоконтролем в районе порта и города. При выполнении задания погибло 6 человек и радист.
Покупаем книжки золотой. Здравствуйте. А что взорвали? Да говорю вам, Наталья Марковна, русским языком говорю. Эскадру взорвали в Геленджике. Да, почем книжечка? 20 рублей, солнышко. О, дорого? Дорого. Будешь брать? Книжки Лермонтов, Пушкин, Чуков. Не интересуется. Огоньку не найдется? Что в Геленджике? Произошла диверсия, взорваны корабли. Надо проверить, передай информацию. Мать, почем семечки-то? Бери, сынок, бери касатик, жареные. Давай. Вкусные семечки. Спасибо. Морозим докладывает. Прошлой ночью на рейде Геленджика уничтожены корабли. Проверьте это по всем каналам. Немедленно. Слушаюсь, господин полковник. Здравствуйте. Товарищ Столяров? Так точно. А вы кто будете? Капитан Замелин Иван Аркадьевич прибыл к вам из комендатуры с направлением на расквартирование. Ну, это можно. Места у нас в достатке. Это хорошо. А то я приехал вчера, вас не застал, договорился с вашей соседкой о постое. А тут вижу, вот он тот, кого ждал. Ну, а вот я вас не ждал. Задаточек бы. Да без вопросов. Ну, идемте в дом. Покажу, что ли, как с постоем. Здравствуй, Гюнтер. Здравия желаю, господин Гаутман. Ну что, два корабля за одну ночь? Поздравляю. Было бы три, но не срослось. Потери? 7. Среди них агент Рита и радист Кама. Ну что же, замысел стоил того. Граф будет доволен. Тихо. Вы что творите, Николай? Я у меня Николай. Вы, господин лейтенант, ко мне хвост привели. Этого не может быть. А вы полюбуйтесь. Так, что будем делать? Я сдаваться не собираюсь. А я погибать. Так, давайте, вниз. А вы? Уходите, я вас прикрою. Встречаемся у Белой скалы. Ориентир вам известен. Если я не приду, уходите без меня. А. Готовы? Так точно. Поликарпов, держишь фото. Стоять!
Андрей, вы как? В ногу попали? Да все нормально. Ногу только слегка подвернул, а так все в порядке. Как все прошло? Понравилось? Да ничего, нормально. А вы куда? Кто такие? Спите, спите. Вы куда? Стоять! Кому говорю? Кто вы такие? Садись быстрее. Садись. Поехали. У меня чуть сердце не выскочило, когда слушай, он хорошо, за нами погнался. Догнал, да? Куда едем? Ко мне домой. Туда, где раньше товарищ капитан второго ранга Егор Салей жил с женой. Да, именно туда. Сегодня переночуешь здесь, завтра с утра с тобой заеду. Удивим потом Нестеренко. А ты куда? У меня с ним совещание с Паниным. А меня на совещание уже не приглашают? Ты в госпитале, если помнишь. Ладно, но только до завтра. До завтра, товарищ капитан третьего ранга. О будущем. Конечно. Я все время о нем думаю. Не знаю, потому что каким оно будет. Я должен тебе признаться, что я очень серьезно заболел. Моя болезнь называется любовь. Я заболел с того момента, когда впервые тебя увидел. Выходи за меня замуж. Егор, встань. Я не могу. Почему? Это из-за Сергея? Извини.
городе облавы. Я еле пробрался. Вы прибыли один, Гюнтер? Да, но в городе меня встречал агент. Шульц. Он прячется в городе в условленном месте. Как вас забросили? Самолетом. Мы парашютировались в 40 километрах от города. Я пытаюсь понять, где я мог ошибиться. Как вы собирались поддерживать связь? Передатчик находится у Шульца. Тогда я с ним встречусь. Ясно. Николай, я прошу прощения, что из-за меня вы провалились. Но этого уже не исправить. Теперь придется выбираться отсюда. Я приду за вами завтра. Спасибо, что взял меня с собой. Если бы я сказал нет, что-нибудь изменилось бы? Нет. Товарищ капитан третьего ранга, разрешите обратиться? Слушаю. Мы сегодня с ребятами собираемся к Егору Мироновичу на могилу помянуть. Спасибо, что помните. Емец в полной уверенности, что это он где-то ошибся. Вы, товарищ Панин, расстались с прибывшим агентом Емецем под предлогом подготовки ухода из города? Так точно, товарищ капитан первого ранга. А также для встречи с агентом Шульцем. Решите. Так, это что такое? Вы должны быть в госпитале, товарищ капитан третьего ранга. Товарищ Салей высказал желание подключиться к работе. Я считаю, что ее помощь нам очень необходима. Хорошо, под твою ответственность. Да, Сергей, готовь радиограмму, важную. Пускай принимает гостей в ближайшие дни. А вы, товарищ Панин, готовьтесь к переходу линии фронта. Есть. А как будем переходить? Кое-какие мысли у меня имеются. Сформулируйте и доложите. Есть. Будничные смените наблюдателя возле пещеры. Можете задействовать Поликарпова, он пока не нужен. Есть. Я бы тоже смогла. Еще успеете. Вот только не нужно меня жалеть. Я не для этого из больницы. Товарищ капитан третьего ранга, не обсуждайте мой приказ. Вы сейчас будете участвовать в обсуждении эвакуации майора Панина из города. После вашего замечательного побега в городе усилились патрули и облавы. Это хорошо. Пусть Емец пока прячется в пещере, ничего этого не видит. В городе остался его сообщник, а вот ему на этот спектакль посмотреть даже полезно. Это еще одна монетка в копилку моей убедительности. Да, вот только выходить из города, который весь перекрыт, по суше добираться до линии фронта будет выглядеть неправдоподобно. Думаете, что нужно морем уходить? Думаем. Но пока нужно придумать, как именно. А если использовать старый рыбацкий причал? Опа! Гляньте, братцы, на картину, кого мы увидим. Здрасте, здрасте. Оп, оп, туда-сюда, туда-сюда. Ну и понятно, что у немца аж рубашка и под дыбом встала. Да, красота. Эй, кукла, а дай полапать за здесь. Не разговаривает, не разговаривает с нами. Так она мы разговор-то без надобности. Нам бы по круглой вот этой. Ох, вы чего до мене пристали? Вам яке дело, що герої, так? Идите на войну, давайте. А чего, чего ты тут говоришь, аля, врата? Причипай, ты руки прибери! Сюда погляди, мой! Да помоги! Эй! Стоп, машина! Стоп! Ну что, хлопчики, отпускаем девочку и уходим без фанфар. А ты кто такой? Я? Король Жировый. Так что, шестерочки...
Берем ножки и делаем бежать. Ой, дядя, зачем тебе нужны были эти афиши, а? О как. Ага. Стоять! Руки! Хто не він? Він захищав! Туди, туди, за мной! Туди! Не догоніть. Как вы? Дякую. Віра. Віра Андріївна Дибенко. Пилипчук. Нікіт Макарович. Ви не місцеві, так? З Одеси. А там же... Картина ясная. Одесса красная, нам с Одессой то и не по пути. А у нас вы что? По делам коммерческим. У меня с советской властью идейные разногласия. Вот в Кили жилье подыскиваю. Распродам товарец и дальше на запад. Ветер понюхать. Жилье шукаете? Ага. Вы простите, я до себя пригласить не могу. А сусідка, вона, знаєте, може. Сусідка. Підемо зі мною. Благодарю. Ну, все время. Да. Пора, товарищи, мне выдвигаться за моими попутчиками. Ну что ж, ни пуха, ни пера. К черту. Прощайте, Елена Прекрасная. До свидания, Николай. Ну что ж, будем надеяться, что граф Катряну не утратил к вам доверие. Все-таки добудете координаты шлюзов. Я тоже на это надеюсь. Удачи всем. Кунцграфу. Вынужден произвести срочную эвакуацию. Встречайте в квадрате 1559. Черт побери. Господин граф, мне стоит готовить новую команду к отправке? Давайте подождем Николая, Эмица и Шульца. Поймем, что происходит, а потом уже будем решать. В каком квадрате вас будет ждать Кунц? О, это непростой квадрат. Новый. Но проблем я не вижу. Готовы выдвинуться прямо сейчас, господин граф. Отправляйтесь. Встречайте их. Всех троих сразу разделите. Пусть ни с кем не общаются. Пусть каждый из них будет уверен, что ему не доверяют. Так точно. Почему по морю? Потому что город закрыт, потому что по суше долго. Гюнтер, это правда. Весь день облавы. Я думал, меня поймают. Ждите здесь. По-моему, он без нас уплыл. Гюнтер, он нас бросил, мы пропали. Отлично получилось. Я охрану замечательно отработала. А что теперь? Будем ждать вести, это важно. Может быть, съездим на могилу к Егору? Поехали.
Молодцы, ребят, памятник уже сделали. Табличка только нужна. Вот она, товарищ капитан третьего ранга. Это кто сделал? Я. Я до войны гравером был. Мастера остались. Инструмент одолжил. Время, Сереж. На совещание пора. Спасибо вам, ребят. По имени. Ну, ты же сам говорил, они в одной школе учились. Ну да. Только помните, как приняла она его? Здесь совсем не то. То не то. Мы не знаем всего. Давай. Прошло 4 часа после начала операции. Докладывайте. По намеченному плану мы готовы отправить катера, товарищ командующий. Однако поиск предлагаю начать немного раньше квадрата, в котором немцы заберут баркас. Капитаны всех катеров – проверенные ребята. Это само собой. Определили квадрат? Да, в квадрате 1559 мы оставили коридор для немцев. Они наверняка уже выслали судно, чтобы забрать Панина. Согласен. Действуйте. Начинайте поиски баркаса. Есть. Все свободны. Совсем светло уже. Точно. Если в ближайший час-два нас не подберут, есть все шансы нарваться на русских. Успокойтесь, лейтенант. Не паникуйте. Будем импровизировать и надеяться на оперативность Катрянов. Черт, подмените меня, Гюнтер. Сдох. Никита Макарович, как устроилась? Таки вашими молитвами, Вера Андреевна. Хозяйка прекрасная, хата с отдельным ходом. Что еще нужно холостому коммерсанту? А вы далеко ли? Я пройдусь, а что-то мне тревожно. Может, разве? А позвольте мне сопроводить вас. Ну, мало ли чего. Спасибо, не возражаю. Прошу. А что же вдруг ваш Гюнтер, кажется? Да через него и тревога, что сердце не на месте. А, не приходил пока. Не заведется. Далеко нас снесло.
точно сказать не могу. Но, похоже, скоро мы выйдем из квадрата, который я обозначил. И сносит нас, к сожалению, не в сторону Крыма. Корабль. Большевики. Возможно, это Рицоли. Нет, Рицоли бы не пошел на корабле, он бы взял подлодку. Значит, это русские. Я живым в плен не сдамся. Господин Гауптман, в плен мне тоже нельзя. Я прошу вас. Видимо, спустить курок самостоятельно мне не хватит духу. Прошу вас. Я вас понял, Гантер. Это русские. Ну, хорошо. Господин Гауптман, сделайте одолжение. Что вы задумали? Я сдам вас русским. Надеетесь сохранить свою жизнь? Я надеюсь, что они простят все грехи, когда я сдам им сына Катриану. Стоять! Я выстрелю! Убьешь меня, и пощады большевиков тебе не видать, щенок. Никогда не думал, что так обрадуешь макароннику. Должны успеть. Что-то. Про Панину думаю. Два дня назад ушли. Надо, конечно, поспать. Вот, надеюсь, поможет. Налей мне. Давно хотела спросить. Откуда ты знаешь Катриану? Ты еще в Одессе. Здорово ему по носу щелкнул. Забрал у него нужного нам человека. Я тогда играл роль, поэтому пересекся с ним. Граф до сих пор очень зол на меня. Я изучил его дело. Это был первый раз, когда он прокололся. Это понятно. Очень достойный противник. Достойный противник? Ты так говоришь, как будто в шахматы с ним играешь. Он же враг. Да, враг. И я не задумываясь, убью его. Так же, как он меня. А Егор? Егор был для тебя достойным противником или врагом? Что? Ну, вы же были лучшими друзьями, а потом между вами словно кошка пробежала. А ты не понимаешь, почему? Не понимаю. Я вообще тебя не понимаю. Ты все время молчишь. Егор со мной говорил.
строил планы на будущее. Говорил, что любит. А ты его любила? Хочешь узнать, почему между нами кошка пробежала? Привет. А ты еще один? Почему Лена не с тобой? Я сам хочу знать, почему она не со мной. Вы поссорились, что ли? Она от меня ушла. Почему? А то ты не знаешь. Я не знаю. Что случилось-то? Случилось? Ты. Ты чего? Что ты делаешь, а? Отпусти меня! Что ты делаешь? Отпусти меня! Вот такая история. Бред какой-то. Лучшие друзья подрались из-за меня. Да из-за тебя. Поэтому я не говорил. Хотя очень хотелось мне сказать. Ну, так скажи сейчас. Егор, спасибо тебе большое за помощь. Да что ты. Иначе как можно? Сергей же смог? Сергея сейчас нет в Ленинграде. А где он? Я не могу тебе это сказать. Еще один! Врача! Есть подвалки, посмотри. Нас тебе больше никого убрать. Ой, нет, нет. Вот здесь я вам помогу. С полной ответственностью могу заявить, господин граф, что гауптман Панин в тяжелейших условиях проявил себя мужественным воином. Прекрасно. Что вы еще можете сообщить? Факты. Факты. В ситуации, которая казалась безвыходной,
Гауптман Панин намеревался покончить с собой, когда узнал о возможном плену. А что случилось с Шульцем? Шульц нас предал. Он хотел сдать нас русским. А Панин проявил себя героем и убил Шульца. Ну что ж, Гауптман Панин – герой. Заслуживает достойной награды. Это мне понятно. А вот что вас касается, Гюнтер, вы проявили преступную халатность, позволив рассекретить важнейшего из агентов. Да, господин граф, я виноват. Я не заметил за собой слежку. Готов понести соответствующее наказание. Сядьте. Пишите. О героизме Панина и о вашей халатности и о предательстве Шульца. А на чье имя мне писать, господин граф? Ну, если бить зверя, то бить в глаз. Пишите рапорт на имя начальника Абвера, полковника Хансена. Прибавьте еще пару штыков к вашей расстрельной команде, хотя, может быть, вас и повесят. Это уж как вам повезет. Позовите ко мне Николая Панина. Добрый день, господин граф. Добрый день. Я вижу, что вы мне не доверяете, господин полковник. Что ж, это справедливо. Абсолютно. Не понимаю. А ведь вы абсолютно правы. Не доверяй мне, господин полковник. Я ведь теперь майор советской контрразведки. Ты вообще в своем уме? Конечно же. Вообще вся история с провалом обер-лейтенанта Эмметса не более чем инсценировка. Спектакль, разыгранный советскими чекистами, если их вообще еще можно так называть. Объясни мне немедленно. Это долгая история. Ничего, мы не торопимся. Доброе утро. Доброе утро. Завтракать будете? Нет, не буду. Спасибо. Засиделись вчера с товарищем каким-то, да? Я по посуде поняла. Да, с товарищем. Мне бы молока, а то за мной скоро машина приедет. Ну, хорошо. Сейчас. Получается, что все наши люди либо задержаны, либо мертвы, так? Все верно. Все до единого. Черт побери. А что с двумя потопленными кораблями? Это все фикция. Очередная инсценировка, исполненная, правда, довольно профессионально, должен признать. А кто руководил операцией? Знакомый ваш старый. Вы мне рассказывали о нем. Сабуров? Сергей Сабуров. Гюнтер, вы свободны до завтра. Только рапорт напишите, мы приложим его к вашему досье. Так точно. Прости меня, Гюнтер. Поедешь на вокзал, встретишь 8 офицеров из Ленинграда. Фамилии помнишь? Да. Есть товарищ капитан второго ранга. Лен, что случилось? Ты должен взять меня в группу. Ты хочешь выполнить задание или хочешь погибнуть? Я хочу отомстить. За Егора, за родителей, за себя. И если понадобится, готова умереть. Нет, не понадобится. Нужно жить и бороться. А с таким настроем... Я здесь не останусь. Как же я ненавижу себя за то, что люблю тебя. Лев. Не прикасайся ко мне. Ну, разумеется, я ни на секунду не верил в реальность этой истории с отцом. И уж тем более, никто бы никогда не смог меня убедить в том, что Адриан Катриано, человек, который заменил мне родителей, смог бы меня обмануть.
Но другого способа выйти из этой ситуации из пользы я не видел, кроме как позволить себя перевербовать. И какая же от всего этого польза, малыш? Ну, конечно, кроме твоего возвращения. Советская контрразведка сосредоточила все свои силы на поиске школы подводных диверсантов. А их задача — уничтожить курсантов и всех преподавателей. Советы, конечно, до фанатизма боятся морских диверсий. Ведь наступление на Крым может быть полностью сорвано только в том случае, если они утратят превосходство на море. Это мне все понятно. А вы здесь при чем, Николай? Спокойнее. Объясни. Ну, начнем с того, что я выдал им расположение школы. А затем я рассказал им об устройстве системы защиты. Зачем же ты это сделал? Иначе Сабуров не поверил бы мне. Теперь они уверены, что я предал вас. Что я предал Германию. И Сабуров будет теперь действовать согласно нашему плану. Бастарды, трэч! Сукин сын, мерзавец, граф! Зачем вы его слушаете? Помолчите. Я все-таки не понял, в чем твой план. Меня послали сюда, чтобы помочь СМЕРШу уничтожить курсантов школы. При помощи диверсионной группы во главе с Сабуровым. И что же дальше? Но после этого я должен показать им секретный выход из школы через шлюзы. Люди Сабурова постараются обвалить их, чтобы заблокировать курсантов в школе, когда на нее будет совершено нападение. Мы поможем коммунистам поверить в то, что школа уничтожена. А вот кого они уничтожат вместо настоящих диверсантов, это решать уже вам. Но бдительность советского командования будет усыплена. Береговая охрана значительно ослаблена. Весьма заманчиво. Даже очень. Но для начала, я надеюсь, ты это понимаешь, мне нужно проверить все сведения, которые я получил у тебя. Разумеется, я понимаю. Отец, на вашем месте я сделал бы то же самое. Я рад, что ты это понимаешь. Но вот пока мы будем все проверять, тебе придется быть под арестом. Я понимаю. Но вот если у нас возникнут даже малейшие подозрения, то приговор в силу приводить буду я сам. Лично. Почту это за честь, отец. Проводите Николая в его комнату и поставьте там охрану. Граф Хромову. Проверить, проживает ли сейчас по адресу город Ленинград, улица Камышева, дом 5, квартира 19, профессор Панин Борис Викторович. Проверить информацию о нем и его жене, заслуженном деятеле искусств Анне Константиновне Паниной. Здравствуйте, Лепешев! Здравствуйте, господин! Тише, тише, тише. Товарищ капитан. Значит так, вам необходимо прояснить сегодня же, трудилась ли в Вагановском училище Панина Ирина Константиновна, если да, до какого года? Вас понял, сделаю. Это не все. Еще нужно выяснить, преподает ли в военно-инженерном училище Панин Борис Викторович, профессор. Как? Это же не хореография, это же военное училище. И это же смерть. У нас заинтересуются органы. Заткнись и делай, что говорю. Органы заинтересуются. Заинтересуются, непременно заинтересуются, если узнают, как ты бронь получил. И чьими подачками жил, припеваючи, в блокаду. Это все, Лепешев. Я все сделаю. Разумеется, сделаете. К ночи. И не вздумай меня обмануть, пес. Разорву, как промокашку. А багажал этих вновь прибывших, как у артистов каких-то. Так они кто? Друзья товарища Сабурова. Морпехи, диверсанты, подводники с Балтики. Но зачем они приехали, я пока не знаю. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Разрешите вам представить моих ленинградских товарищей. Сапер-подводник Любомир Синевич. К
Как, Любомир? Я серб, товарищ, поэтому для друзей просто Люба. Смешно, конечно, чуть-чуть, но я еще в Ленинграде привык. Ничего страшного, Любомир, они привыкнут. Командир отряда морской пехоты Николай Ступин. Разведчик. 23 раза ходил за линию фронта. 17 языков голыми руками. 18, если быть точнее. Еще одна проходочка недавно состоялась. 24-я. Отлично. Ну и наш подрывник от Бога, белорус, Мирон Смолич. Остальными познакомитесь попозже, они разгружают пока. Так, товарищи, операция, детали которой я озвучу чуть позже, была разработана специалистами Главного управления контрразведки и одобрена капитаном первого ранга Нестеренко и лично наркомом Кузнецовым. Мы с товарищем Нестеренко определили, кто будет участвовать в этой операции от Новороссийска. Капитан-лейтенант Лесберг. Я. Капитан-лейтенант Будничный. Я. Капитан третьего ранга Елена Салей. Я. С этой минуты, товарищи, вы подчиняетесь только мне. Приказы других командиров высшего ранга оставляйте без внимания до тех пор, пока я лично с ними не ознакомлюсь. Всем все понятно? Так точно. Прекрасно. Расположение не покидать, операция начнется в ближайшее время. Пока знакомьтесь, я к Нестеренко. Ну, здорово, братва. Борис. Андрей. Люба. Очень приятно. Люба. Лена. Борис. Все приятно. Это наш Лена. Граф старику, проверить информацию, появлялся ли в последнее время в порту Мариуполя противолодочный корабль «Смелый» и выяснить, не являлся ли он ранее кораблем «Бессмертный». Твою дышу! На кой? Убил, небось? Ну, убил и убил. Тебе-то какая печаль. Самогон хоть цел? Цел. А? Пошевеливайся. Ладно. Ну, как прошло? Нормально. Вели от причала, а потом встретили на тихой улице. Ага. Только мы, кажется, зашибли морячка. Каюк, братишки. Ага. Ну, не беда. Из-за рядового самовольщика много шума не будет. Тут все? Все, не сомневайся. Ну да, а что еще? Исподней без надобности, сами сказали. Ну-ну. А этот парень, он точно со Смелого сошел? Да точно, точно, не сомневайся. Че, это Бессмертный? Это который взорвали недавно? Подожди, а что получается? В Геленджике топят противолодочный, а потом он через 4 дня, как ни в чем не бывало, у нас тут в Мариуполе, только по другим названиям, что ли? Шапито вертят. Да. На бортах и на рубке старое название затерли, новое набили. Офицерский состав поменяли. А рядовую команду нет. Не успели переодеть морячков. Не ваша это забота, ребятки. Помолчали бы. Слышь, старик, ты что делаешь? Ты сначала заплати, а потом порти имущество. Ага. Заплатить? Да это с удовольствием. Добрый день. Уверен? Вы здесь живете, в этом доме? В Кремле, а здесь дачу снимаю. Простите, что беспокою, гражданка. Я в Ленинграде проездом. Отпуск по ранению. Думал родственников навестить. Ну, навестил.
не вышло. Они в 14-м жили за углом. А, тоже все разбомбило? Верно. Известно, что живы, только куда переехали. Я в жилконторе поинтересовался. Сказали, что многие по окрестным домам расселились. Селезнева Татьяна Николаевна. Черноволосая такая, молодая еще. Ваших лет. И двое детишек. Не, ну пришлые-то у нас есть, но Селезнёвок я не знаю. Вот в третьей парадной, вон, значит, окна, там Токарев живет. Тоже он инвалид, как ты. На четвертом Мишины живут целая семья. Так, за углом у нас там же в четвертой парадной на третьем этаже две новые семьи, но, по-моему, не Селезнёва. Хотя, может, Селезнёва. Значит, говорите, четвертая парадная, четвертый этаж? Да нет же, говорю, третий этаж, четвертая парадная. На четвертый этаж даже не суть, понял? А чего же? А в НКВД не хочешь, вот и не суть. Там черт знает, что творится в этой квартире. Мебель привозят, завтра увозят. Люди, хоп, завтра нет. Вот недавно таблички новые повесили. Профессор Панин и музыкантша. А, ладно, и таблички, ну, думаю, ладно, хорошо, люди живут. Смотрю, на третий день опять мебель вывозят. Кто вывозит? Да говорю же, НКВД вывозит. Так что не ходи туда. Тебе нужно на третий этаж. Вот там эти две семьи живут. Туда тебе надо. Благодарю. Ага. Живы! Люба, мой коханый, живый. Чего люди смотрят? Нехай дивляться мені все одно. Я тебе люблю, і пусть горить воно все. Все, пойдем. Мені тепер лі в петлю, лі з тобою. Про що думаєш, коханий? Обо всем, милая. Не понимаю. Совершенно не понимаю, что происходит. Кому можно верить, кому нет. Кругом предательство и обман. Думаю подать рапорт в действующую армию, чтобы не участвовать в этих играх. В армию? Тобто на фронт? Да, на фронт, верно. А як же я? Юшенька, я як же ти? Ти не можеш. Ну. Будь ласка, не треба, я тебе дуже прошу. Пустите, Вера Андреевна! Кто это? Це свої, не бойся. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы здесь зачем? Извиняйте. Так я поблагодарить зашел. За что? Заспокойся, прошу тебе. Микита Макарович, дякую. Ви що, це ж ціле багатство. Спасибо вам за то, что помогли устроиться, за кров. Это вам. Ну, до свиданечка. Ага. Хороша людина. Комерсант з Одеси. Ну-ну. Бог з ним. Ти не можеш піти на фронт. Скажи, будь ласка, що не підеш, у мене зараз серце розірветься. Ти ж не кинеш мене. Ні. Спасибі. Мадам? Слушайте, нема цигарок. Че? Угости цигарочкой. Будь ласка. А буду. О, свояк прибыл. Передай. Благодарствую. Разрешите? Панин прибыл на место. Ну что, началось? Именно. Что у тебя? Все готово, Андрей Фомич. Ну что ж, начнем. Поднимай своих ребят, сегодня выдвигайтесь ночью. Есть. Вот это агрегат. Новая модель? Станковый пулемет «Браунинг».
по ленд-лизу. Скорострельность 600 выстрелов в минуту. До сих пор не понимаю, зачем ты их вызвал. Думаешь, сами не справимся? Это дублеры. Сейчас все поймешь. Товарищи офицеры, смирно! В связи с большой вероятностью срыва операции, высадка будет проводиться в две группы в разных участках побережья. По определенным мною группам становись. Группа А. Замятин, Нурмухамедов, Ступин, Ткаченко, Синевич, Коваленко. Группа Б. Будничный, Лесберг, Смолин, Шишкин и Лялин. Командовать группой А буду я. Командиром группы Б назначается капитан третьего ранга Елена Солей. Солей, вам ясен приказ? Так точно, товарищ капитан второго ранга. Ну все, грузимся. На погрузку 3 минуты. Время пошло. Думаешь, Катриана уже начала проверку? Наверняка. У него тоже нет времени так же, как у нас. Поэтому проверка уже началась. Будем надеяться, что наш свояк ее пройдет. Свояк? Да, позывной Панина. Ну, удачи нам, товарищ капитан второго ранга. Да, удачи нам. Сейчас очень понадобится. Занять места в кузове. Господин граф, разрешите войти? Шифровка от агента «Старик». Читайте. Противолодочный корабль «Бессмертный» находится в порту Мариуполя, переименован в «Смелый». Значит, диверсии были фикцией. Да. Как и наши доклады об успехах в Берлин. Господин полковник, что мы теперь будем докладывать? А что делает Николай? Он у себя в комнате, вероятно, спит. Срочно соедините меня с управлением гестапо. И все-таки почему ты разделил нас на две группы? Если Панин предатель, нас действительно ждет засада, мы будем слишком заняты, чтобы выполнить поставленную задачу. Если мы не придем вовремя, условленное место... Выполнение этой задачи ляжет на твои плечи. Ты же понимаешь, что вы идете на смерть? Эти ребята самые лучшие бойцы с Балтики. Ну а если Панин не предатель, мы встретимся с ним в условленном месте, которое организовал Важин. Они как будто прощаются. Пошли. Опа. Ну что, товарищ капитан третьего ранга, пора.
Николай. Позовите ко мне Николая. Это советский офицер фронтовой разведки. Попал к нам в плен 3 месяца назад. А для чего мне это знать, отец? Очень скоро поймешь. Его зовут Григорий Немцов. Весьма мужественный офицер. Ни мы, ни гестапо так и не смогли от него ничего добиться. Я все равно не понимаю. Гюнтер, дайте фото. Он не расстался с этой фотографией, даже перейдя линию фронта. Смотри, какая прекрасная жена. И милые крохи. Как же они без него? Застрели его. Я не палач, отец. Это приказ, малыш. Как пожелаете, товарищ полковник. Посмотрим, верна ли рука. Превосходный выстрел. Что-то больно мудрено. Одну группу в одном месте, другую в другом. А что мудрено? Так ведь темно будет, а место высадки почти рядом. Мне сказали, что вы знаете местность. Знаю. Сделаем все как надо. К ночи прибудем? Как раз к ночи и будем. Хорошо. Все, пора. Отходим! Прости меня за проверку, Николай. Что ты думаешь о Сабурове? Капитан второго ранга Сабуров – хороший психолог, опытный боец, сильный противник. Уже второго ранга? Быстро растет в чинах. Тогда в Одессе в 41-м он был лейтенантом, когда увел меня из-под носа одного важного конструктора. Да, но в этот раз провала нам не простят. И времени до наступления осталось очень мало. Поэтому мы должны поторопиться. Твоя главная задача – найти эвакуационные шлюзы наших диверсантов? Да, и сообщить об этом Сабурову. А вот и сведения из Ленинграда. Пройдемте ко мне в кабинет, господа. Как и следовало ожидать, никакого профессора Панина Бориса Викторовича не существует. И твоя мама, конечно же, никогда не преподавала в Вагановском училище. Я был уверен, что вы мне никогда не лгали, отец. Конечно, сынок. Разумеется. Господин полковник, я могу попросить вас... Так, из школы не ногой. Ваша красавица-любовница пока обойдется без вас. И отправьте шифровку в Мариуполь агенту Старик. Пусть своими силами устроит встречу группы наших диверсантов в Новороссийске и Геленджике. Так точно. Ну, расскажи мне еще раз, какую игру ты затеял с русскими. О, свежее молоко, питко. Молодой человек, он вас кормит, да? Девчатки, ой, а сколько коштует? О, гарбуз на дорогенький, берите хороший. Ой, берите солоненько, да. Мерный, я здесь. Не, мы не видим вас. Давай. Так,
сечет. А что, Килео? Да, черт, дай. Молодец. Все свои. Иди сюда. Дай мне. Стой. Ты же центр города. И рынок рядом. Ну да. Зато никто присматриваться не будет. Тоже верно. Пойдем. Значит, дивись, Никита. Одяг германский, хороший. Багато. Бумаги об аренде. Тут все чисто, законно, никто не подкопается. Оригинал. Как это чудесно у тебя получилось все завернуть. С трудом. Но еще знаешь нужных людей, то все можно достать. Благодарю, Микола. Ну что, я до рынка буду собираться. Надо же коммерсанта изображать. Давай. Ты-то доезжай, а я пешком дотопаю. Давай, Никита. Еще есть время все переиграть. Не обязательно рисковать. Нет, об этом не может быть и речи. Мы должны прибыть в место, которое мы определили с Панином. Если Панин предатель и на месте высадки Катряну не обнаружит мою группу, он будет ее искать и найдет всех нас. Если будем следовать плану, твоя группа сможет высадиться незамеченной. А Важен? Важен уже будет в месте высадки? Не обязательно. Если Панин предатель, Важен уже под колпаком. Поэтому за ним уже следят. До цели еще 10 часов. Отлично. Пойду, отправлю важную шифровку. Господин полковник, текст перехвата зашифрован. Сколько времени вам нужно на дешифровку? Сутки, не меньше, господин полковник. Русские никогда таким не пользовались. Этот радист еще никогда не выходил в эфир в этом районе. Сутки — это немыслимо. Лейтенант, всех шифровальщиков сюда. Быстро! Слушаюсь! Отставить! Я знаю этот шифр. Это тот, кого мы ждем. На ключе капитан второго ранга Сабуров. Уступите мне место, фельдъегерь. Граждане и господа! Распродается товар! Качество выше, по ценам ниже некуда. Подходите, посмотрите. Мадемуазель, чулочки не желаете? Итальянское качество. Контрабанда из Одессы. На ваших ножках исключительно изящно смотреться станут. Всего 10 марок. Дорого. Ух ты, бог ты. Да вы не мадемуазель, вы целая мадама, извиняюсь. У них что, деньги украли? Не идет торговля сегодня. Господин офицер. Подавитесь хочу. Будь ласка. Вот, жемчуг не желаете? У Нептуна украл. Да. Ну так что. По полночь гости будут. Вместе пойдем. Будь у меня в 10. Парфюмчик. Хорошая речь. Редкие. Очень редкие. Ну так что. Понятно. Граждане, господа! Распродается товар!
Гость Шурино. Высылаю место прибытия и координаты. Я так понимаю, что гость — это Сабуров? А Шурин кто тогда? Из подполья кто-то? Это важен. Я уже говорил о нем. Его раньше забросили. Вот здесь время прибытия и координаты группы Сабурова. Они прибывают сегодня в полночь. Шторм сорвало! И как? Пойдем через них, главное до темноты успеть. Давай всем багры на борт. Есть. Взять багры! Взять багры! Распределите по бортам! Багры разбираем! Давай! Давай, разбираем! Бери! Вы на тот борт! Осторожно! Хотелось бы тут погибнуть. Тем более мины-то наши. Мины своих не различают. Чтобы восстановить курс. Я сейчас. А ну, братва, навали! Да!
Он? Ничего. Забуду. Мы вначале его штыки, пока он к тебе клин не стал подбивать. Тихо. Товарищ Лесберг, терпи. Сейчас. Я за бинтами, я быстро. 2 минуты, держись. Боря, я здесь. Закончилась твоя война. А мы ее еще не закончили. Я хотел спросить, о жене моей что-нибудь узнали? А девушке пока ничего не удалось узнать, к сожалению. А когда меня перестанут охранять? Мне кажется, я уже прошел проверку. Пока нет. Главное, Сабуров и его группа. Я должен быть абсолютно уверен, что они прибудут именно в то место, которое ты указал. Значит, все-таки мы сыграем по моим правилам? Здесь мы всегда играем в мою игру. Прости, отец. Но если мы их захватим, что нам это даст? Время. Очень немного, уверен. Но если вы все-таки согласитесь сыграть по моим правилам, мы получим гораздо больше. Волнуешься, почему упустил такой ход? Да, волнуюсь. Потому что думаю не о шахматах. Хочется переиграть этого самоуверенного русского. Именно переиграть, а не выпытывать из него информацию. Похвальное желание. Будь всегда холоден, когда товарищи, Боря, родители, Егор, Тёма умер у меня на руках. Я смотрела в его лицо, как сегодня в лицо Бори.
приедешь, обустроишься, напиши. Буду вам помогать. Обещай мне, что вернусь. Я не могу тебе обещать того, о чем не знаю. Вот поэтому и пообещай. Я знаю, если ты дашь слово, то обязательно вернешься. Просто вернись живым. Все все поняли. Так точно. Разрешите войти, господин полковник? Заходи, Николай. Я очень рад, что ты не обманул меня, сынок. Мы только что получили подтверждение. Разведка докладывает, что к нашим берегам движется неопознанный катер. Группу встречают на берегу в указанном месте. Благодарю, отец. Какие наши дальнейшие действия? Капитан Рицоли с экипажем отправляется в указанный район. Береговую зону оцепили силами вермахта. Все курирует Гюнтер. Разрешите идти? Идите. Вы все-таки решили не рисковать, отец? Никаких игр с врагом? Да. Я дал приказ ликвидировать всех прибывающих с моря и членов экипажа лодки. Может быть, удастся взять кого-нибудь живьем, не знаю. Бессмысленное уничтожение живой силы. Не хочешь прокатиться со мной в город? Что? Все бы вам над человеком смеяться, Вера Андреевна. Вы бы сами попробовали. Так смачнее. Да ну, вы же человек, Никита Макарович, вам подстать. А вы что? Не человек? Я кажу, человек, мужчина. А я жінка, женщина. Это да. Индюжа, интересная вы женщина, Вера. Смеклося вже. Да, вечер. Ну, так що ви думаєте, Гюнтер ваш вернеться сьогодні? А ви що думаєте?
Як не повернеться, то ви зостанетесь в ніч? Ну, скажеться тоже. Как же такое возможно? Шо? Благодарствую за чай. Чекайте, я вас проводжу. Ну, я пойду. Спешите кудись? Ты куда уж? Нет. Убытки подсчитаю и доспать. Хороший вы. Не схожі на тих всіх торговців. Вони такі жадні, хмурі. Так мені ж хмуриться не полагається, я ж із Одес. Я піду. Звісно. Ви що? Простите, Вера, доброй ночи. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Господин полковник, ваш столик готов. Спасибо. Черт. Иди присаживайся. Я сейчас вернусь. Забыл кое-что в машине. Полковник? Да. Я не собираюсь бежать, отец. Тебе не стоило утруждать себя таким сложным спектаклем. Не совсем понимаю. Вы оставляете меня здесь одного. Я пользуюсь ситуацией. Бегу через черный вход. А до места высадки всего 3 километра с небольшим. А у машины, которая припаркована у черного входа, открыта дверь. И почему-то я абсолютно уверен, что и ключ в замке зажигания. Я ведь наверняка успею, как иначе. Мне ведь необходимо предупредить и спасти своих советских коллег. Потому что полковник Адриан Катряну не поддался на уговоры о контр-игре. Браво. А ты молодец. Предельное внимание.
Принесите, пожалуйста, телефон. Слушаюсь. Дельфин. 10, 16, 11. Соедините меня со Щукой. Вас к аппарату. Ждем. Здравствуй, Сережа. Здорово, Паш. Не понял этих декораций. А где ребята? Высадились в другом месте. Все-таки была опаска. Была. Гюнтер, вы меня слышите? Хорошо. Все отменяется. Совершенно верно. Сворачивайте все. Конец связи. Так точно. Твое здоровье, сынок. Спасибо. Господин граф, что-нибудь еще? Нет, спасибо. Ну что ж, сын мой, ужин окончен. Уже третья бутылка шампанского открыта. Я, в общем-то, расслаблен, чтобы выслушать детали твоего хитроумного предложения. Что ты собираешься делать в самую первую очередь? С Сабуровым встретиться и сказать ему то, что он хочет Пойдем.
А Боря Лесберг где? Что, не пошел с вами? Тебе не сказали? Не сказали чего? Погиб Боря Лесберг. Что? Когда сюда шли, видимость плохая, туман. Нарвались на мины над ограждением. Уже думали, что прошли. Одна выскочила, пошла прямо на нас. Сабуров находчивый. Из пистолета попал прямо по взрывателю. Боря Лену собой закрыл. Его осколками посек. Если бы не Сабуров, то было бы гораздо больше. Твою. Территория школы примерно здесь. Близко не подобраться. Охрана по периметру. Но маскировочный комплекс видал своими глазами. Дымовые машины. Здесь, здесь, здесь и здесь. Дым покрывает весь этот квадрат. Да, километра полтора. Сами вход не найдем, нужен Панин. Удалось найти место встречи с ним? Да. Фото от Ильи на центральной улице Кили. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи это на видное место. Хорошо. Держи. На случай, если Панин окажется предателем. Тебя зовут Ферка Ален Пурткяну. Ваша группа высадилась отдельно. Если за нашей следили, то о вашей ничего не знают. Так что будете действовать по плану. Будем надеяться, что он не понадобится. Когда выдвигаемся? Завтра утром. Пойду одежду вам принесу. Мы заманим его в ловушку, и когда он будет уверен в своей победе, ты, отец, больно щелкнешь его по носу. Придется пожертвовать взводом охраны. Мне других людей никто не даст. Да, погибнут люди, но это часть плана. Сабуров должен видеть настоящих курсантов. Он должен поверить в свою победу и отправить шифровку в штаб. Погибнет целый взвод, а в ответ и получу одного Сабурова. Может быть, кого-то еще из его команды. Неравноценный обмен, Николай. Мы заманим в капкан человека, который тебя оскорбил. Унизил. Я ведь знаю, ты до сих пор не можешь простить ему этот проигрыш. Но даже это не самое главное. Адмирал Октябрьский уважает Сабурова и прислушивается к его мнению. Решайся, отец. До наступления русских на Крым остались считанные дни. Мы еще можем нанести сокрушительный удар по их флоту, от которого они не смогут оправиться, и одержать победу. Это будет твоя победа, отец. Господин граф, я принес вам рапорт о вчерашней высадке диверсантов. На стол положите.
Господин граф, мы могли бы поговорить тет-а-тет? У меня нет секретов от Николая. Хорошо. Тогда объясните мне, пожалуйста, что вчера произошло на берегу? Мы ведь могли их просто убить. Капитан Сабуров для нас полезнее живой. Он наш ключ к Черноморскому флоту русских. Ну что ж, господин граф, это ваша игра, и я не буду в нее вмешиваться. Есть только одно обстоятельство, которое касается лично меня. На берегу русских встречал человек, которого я знаю. Он живет в Килии, поселился недалеко от Веры. Я их вместе видел. Это важен. Я говорил о нем, он нам еще нужен. Знаете, Гюнтер, ревность ведь плохой советчик. Я очень вас прошу, придержите ее пока при себе. Придет время, я уверяю вас. Вы отыграетесь на обоих. Вы особо не думайте, просто доверьтесь мне. И главное, ничего не предпринимайте. Хорошо, граф, я вам верю. После ссоры мы с Егором много лет не разговаривали. Потом, незадолго до войны, встретились в Москве в НКВД. Поговорили и помирились. А тут же меня отправили в Одессу. Я не знал, увижу ли тебя вообще. Поэтому написал тебе письмо. Попросил Егора его тебе передать. Попросил как друга. Потом я узнал, что вы поженились. Егор мне ничего не передавал. Хотя нет, я помню это письмо. Вот тут паёк выдали, мне одному много. Ты как смотришь на то, чтобы... Что происходит? Ты говори уже, сияешь, как начищенный песком самовар. Не скажу, это секретная информация. Ну, как знаешь, не главное. Хотя я знаю, какой повод. Не знаешь, ты не можешь знать. Лена, поздравляю тебя. Тебя приняли в контрразведку. Ну, так неинтересно. От тебя ничего не скроешь. Увы, это не так. А ты не знаешь, что с Сабуровым? Знаю. Он на Балтике служит. Он вернулся? Давно? Порядком уже. Я уже давно хотел сделать одну вещь. Просто никак не было подходящего момента. Егор. Ты все еще хочешь взять меня замуж? Да. Я согласна. Это что? Письмо. Друг просил отправить, а я забыл. Да теперь это не важно. Чаю? С удовольствием. Он мне его не отдал. Я так и подумал. Наверное, посчитал, что так будет лучше. Лучше? А какое право он имел решать за меня? Это же подло, и почему ты его защищаешь? Я его не защищаю.
кажется, он очень тебя любил. Всегда был с тобой рядом, даже тогда, когда ты его оттолкнула. Да, он мне очень сильно помог. Он был рядом, когда погибли родители, когда умер брат. Увез меня из Ленинграда. Я была ему очень благодарна. А ты исчез. Я ничего о тебе не знала. Так что было в письме? Я написала, что очень тебя люблю. Именно это я всегда хотел тебе сказать. Лена, я боялся признаться тебе, да и самому себе, но понял, что это глупо бояться и молчать. Поэтому я говорю. Лена, я всю жизнь любил только тебя. Thank you.
Гюнтер, мой друг, добрый день. Добрый день, Рицелли. Что с вами случилось? На вас лица нет. Это как-то связано с вашей девушкой Верой? Вы весьма проницательны. Я действительно нахожусь в затруднительном положении. Ну что ж, поделитесь. Может быть, я могу помочь советом? В общем-то, это не совсем связано с Верой. Хотя, знаете, к черту, все равно вы узнаете об этом рано или поздно. Лучше уж от меня. Катриана позволила большому отряду русских высадиться на нашем берегу. Их цель — уничтожить школу. Мы могли бы убить их всех на берегу, но Катриану приказал оставить их в живых. Это часть его плана. Мне кажется, что Николай его просто дурачит. Ну, продолжайте. Мне кажется, это далеко не все, что вы хотели рассказать. Человек, который встречал их на берегу, живет по соседству с моей Верой. И я видел, как они общались. Теперь получается, что я замешан в этой истории по уши. Если Катриану заблуждается насчет Николая, я не хочу оказаться предателем. Если честно, Гюнтер, мне тоже кажется, что Катриану окончательно выжил из ума. Мы с вами не можем позволить этому безумию распространиться, как зараза. Давайте поговорим в другом месте. Не доверяю этим стенам. Встретимся через час в саду. Фотоателье на первом этаже, квартира на втором. Ну вот и все. Начинается самое интересное. Самое рисковое, я бы сказал. В случае, если Катриану и Панин решили с нами сыграть. Да, все возможно. Остается только ждать. Знаешь, Сергей, у меня давно к тебе зреет серьезный разговор. Что у вас с Леной? Знаешь, как ее в СМЕРШ взяли? Она офицера немецкой контрразведки в одиночку задержала. Мы с ней каждый день под пулями ходим. Она как сестра нам. Если ты решил с ней поиграться... Я ее очень люблю. Со школы люблю. И куда ж ты любовь-то свою прятал? Что она за другого замуж вышла? Подальше прятал. Потому что знал, что за другого замуж вышла. Раз так, я мешать вам не буду. И другим скажу, чтобы не лезли. Спасибо, Паш. Поставишь на витрине возле выхода. Thank you.
Гюнтер, вам нужно ехать со мной. Мы просто обязаны передать все, что вы мне рассказали в Берлин. Это наш долг. Господин Рицолли, а вы нас уже покидаете? Прошу прощения, у меня срочные дела. Понимаю. Я вот думал заинтересовать вас, может быть, ужином. Мне привезли прекрасное вино, свежую рыбу. Благодарю, господин граф, я сыт. Я жду вас за поворотом. Постарайтесь незаметно сбежать. Ну что ж, Гюнтер, я очень надеюсь, что вы сделайте правильные выводы. Что слышно об операции Соборова? Операция вступила в завершающую стадию. В течение 2 дней со школы будет покончено. 2 дня? А до нашего наступления 4 дня. И немцам это хорошо известно. Откуда информация про осведомленность немцев? В центральном штабе поймали шпиона. Его быстро ликвидировали, но он успел сообщить своим о начале нашего наступления. У нас нет права на ошибку. Если школу диверсантов не ликвидировать сейчас, то за эти 4 дня наш флот будет атакован десятками хорошо обученных людей. Это приведет к потерям наших боевых кораблей и ослабит наш удар. И освободительная операция по наступлению на Крым будет провалена. Соборов справится. Хотелось бы верить. На, мой хороший. Здрасте, Вера Андреевна. Вера. Что случилось? А? Вера. Вера. Давай в дом. Глаза кругом. Ты посидишь за мной. Посижу. Пойдем. Я решила в комендатуру піти. Сил більше нема ждати. Только ничего ты там не узнаешь, душа моя. Они говорить с тобой не станут. Оно им надо. В лучшем случае ты просто уйдешь, не слова нахлебавши. Ну и піду. Ежели отпустят. А я же нет. Да хай вже вб'ють. Мені б только знати, що з ним. Ясно. Не жалеешь ты себя. Хоть этого Гюнтера своего пожалей. Ты знаешь, что ему будет, ежели не узнаешь, что он с тобой. Ну, что он с тобой? А что будет? Так у них же это преступление. Мы же для них не люди. Она... Это опять соль полилась. Девочка ты совсем. А ну-ка глянь. А ну, я в Хабаровске цирковое училище закончил. Ну, не закончил. Выгнали за прогулы со 2-го курса. Оп. Алле! Ну, где овации, Вера? Вера, Вера. Все будет хорошо. Вернется твой Гюнтер. И от соседа ему яблочки передашь. Добрый день.
Ну вот и все. Ваши фотографии будут готовы через 2 дня. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Желаете сделать портрет? Добрый день. Да. Хочу сделать карточку. Ну, чтобы можно было отправить жене, может быть, отцу. Здравствуйте, Сергей Александрович. Добрый день, Николай Борисович. Как Марина, отец? С ним все в порядке. Что у вас? У вас есть карта, я покажу. Да, сейчас. Итак, я узнал, что вы хотели. Как я уже говорил, школа находится под землей. Попасть в нее можно с 2 сторон. Вот здесь находится подземный вход. А это тот самый эвакуационный шлюз, ведущий к морю. Длинный тоннель. Долго строили? Ну, его еще турки копали до нас. У них здесь крепость была, мы только немного переделали. Я предлагаю заложить заряд вот здесь. При подрыве шлюз будет обрушен и завален. Останется только один вход. Вам останется войти через подземный вход со своей командой и уничтожить личный состав. Они будут в ловушке. Деваться им будет некуда. Но придется брать штурмом каждую комнату в отдельности. Ну, они фактически будут без оружия. Оно будет заперто на складе. Вам нужно будет уничтожить личный состав до того, как они доберутся до склада с оружием. Справитесь? Ну что ж, придется. Потому что не видно. Ну вы скажете это. Добрый вечер. Гюнтер. Гутен абен, господин лейтенант. Вы попили чаю. Теперь пора домой. Конечно, господин лейтенант. Всего вам доброго. И вам спасибо, Вера Андреевна, за чай. До побачення. Присядь. Я вижу, ты всерьез увлеклась этим спекулянтом. Он тебе и в постели компанию составляет. Юшенька, ты что так и кажешь? Я ж тебя ждала, такая туга была. Я вижу, как вы вместе грустили. Так я ж... То есть ему можно, а мне нельзя? Да не щипай меня! Не щипай! Не щипай меня! Не щипай меня! А? Гулял бы ты отсюда, господин лейтенант. Как ты смеешь хватать меня, свинья? Твою маму. Простите, Верочка. Теперь нам тоже втекать отсюда надо. Собирайте вещи. Вера! Вера! Вера, собирайте вещи. Быстрее. Черт. Как прошла встреча с Сабуровым? Разыграл как по нотам. Я вышел в город, нашел арендованное им для встречи место. Он выставил в витрину фотографию. Рассказал ему об устройстве школы и дальнейшем плане действий. Он заглотил наживку. Сегодня мы захлопнем ловушку.
Стой! Вы обождите меня здесь, Верочка. Я бегал. Один? В спальне встретился? Да, встретился. Вещи собираю уже. Хорошо. Я напортачил, Сережа. Я убил сейчас немца. Ну, того, который в спальню прибыл. Нам надо уходить срочно. Через меня легко могут выйти на тебя. Надо вытаскивать радиста. Если тебя не срисовали, за ним сразу придут. Мы без рации не можем остаться. Черт. Не надо. Добрый день. Добрый день. Хотел бы сделать карточку. В Берлин невесте отправить. Простите, но, к сожалению, мы уже закрыты. Как вас зовут? Беккер. Томас Беккер. Господин Томас Беккер. Я уверен, это не займет много времени. Ну что ж, проходите. Мой коллега вам поможет. Да. Хай Гитлер. Все, уходим. Если что, держитесь, Верочка. Да что? Витаю, Вера Андреевна. Вера Андреевна, усе добре. А ну, з вас, обшук! Все будет в ажуре, Верочка. Я вас в обиду никому не дам. Вера? Вера? Давайте быстро из города к нашим. Я за радистом, где он живет. Микола, на площади у аптеки. Дом с красной крышей прямо. Я опросил всех людей, как вы просили. Здесь по соседству коммерсант снимал комнату. Никита Пилипчук. Он после выстрела выскочил, как ошпаренный, и укатил на своей телеге. И это Вера, хозяйка, вместе с ним. Коммерсант? А кто с этим коммерсантом общался? Ему помогал один полицай. Микола Коваленко. А ты знаешь, где живет этот Коваленко? У аптеки, на площади. Тогда срочно вызывай группу захвата к аптеке. В лесу, в тайнике. Уходим. Давайте, ребята, быстрее. Они здесь. Второе окошко.
Тихо, открой! Тихо. Тише, тише. Вот так, аккуратненько, Вера. Вот так. Держись. Кто это? Потом. Принеси кипяток, аптечку, бинты. Да живи ты! Тише. Держись, девочка. Все будет хорошо. Спасибо тебе. А я даже имени твоего не знаю настоящего. Павел я. Важен. Павел. Паша. Ты меня на выдышь. Здрасте, приехали. Это чего вдруг? Как я могу тебя ненавидеть, Вера? Да как же. Я ж с немцем. Я просто жить хотела. Любить. Понимаешь? Понимаю. Перестань. Все будет хорошо. Я умру скоро. Нет. Ты не умрешь. Не смей так говорить, слышишь меня? Я этого не допущу. Я должна умереть. Я родину предала. Товарищей своих предала. Заради кого? Все бачили, який він, крім мене. Все відвернулися правильно. Ты просто ты юная девочка, которая полюбила. Та не того. Какие твои годы? Полюбишь еще? Валя, все, тихо. Не успею. Держись. Уже. Успеешь. Скоро война закончится. Заживем мирной жизнью. Все плохое забудется, и рядом будет человек, который будет беречь тебя, заботиться о тебе. Паш, ты самый добрый, кого встречала. Ойли, я-то добрый. Я бурюк ворчливый. А вот ты самый лучший, самый красивый, самый милый. Держись, прошу тебя. Да где ж ты там, твою маму? Жаль, что я тебя раньше не застрела. Вера. Вера. Прости меня, Вера. Я хотел спасти тебя. А в итоге погубил. Разрешите войти? Проходите. В городе была перестрелка, господин полковник. Убито четверо наших.
Возле дома местной жительницы Веры Дыбенко убит Гюнтер Эмец. Также возле фотоателье убили трех полицаев. А в самом ателье обнаружен офицер без сознания. Он утверждает, что на него напал фотограф Томас Беккер. С ним был коммерсант Никита Пилипчук. Его подозревают в убийстве Эмеца. Их разыскивают по всему городу, но они как будто сквозь землю провалились. Вы свободны. Видимо, этот идиот Емец все-таки попытался разобраться со своей любовницей. Надеюсь, он ничего не испортил. Кретин. Надо предупредить гестапо, чтобы никаких действий пока не предпринимали. Надо пока замять это дело. Всем все понятно? Вопросы? А у меня нет вопросов. Иди готовь своих, Андрей. Есть. Ты прости меня, командир. Я вам чуть операцию все не завалил. Но не мог я смотреть, как он... Ты все правильно сделал, Паша. Иди. Ну все, вот и началось. Будь осторожней. Очень большой риск. На войне всегда большой риск. Я бы очень хотела пойти с тобой. Ты нужнее на своем месте. Я знаю. Здесь расходимся. Жду сигнала. Быстро к шлюзу. Шлюз сорвали. Он завален. Нам не выбраться. Давай в оружейку. Yes, it is.
готовь. Пройдем. Коля! Молодцы, наши вход завалили. Значит, мы всех почистили. Уходим. Личный состав диверсионной школы полностью уничтожен. Самуров, мать твою. Скажите, вам удалось перехватить радиопередачу? Так точно, господин полковник. Полностью уничтожен личный состав диверсионной школы. Отлично. Это прекрасно. Осталось приступить к последнему акту представления. Один шаг до победы, отец. Тихо, потихоньку. Давай. Hände hoch, keine Bewegung. Сдаемся. Да мы сейчас всех положим. Я сказал, сдаемся. Опустили все оружие. Группа in Linie antreten. Stillgestanden. Aussteigen.
Не ожидали, товарищ Сабуров, что я вас снова предам? А чего же не ожидал, ожидал? Какие люди, как вы, не меняются? Какие люди? Мерзавцы. Осторожно, Николай. Ты можешь испортить наш триумф от победы. Да какой там триумф, граф? Школа взорвана, ваши диверсанты уничтожены, вы проиграли. Я вас разочарую, Сергей. Во все учебники истории вы идете как величайший предатель. По вашей вине будет уничтожен Черноморский флот, и по вашей же вине будет проиграна битва за Крым. Я вам не верю. А я не буду объяснять, как это у вас у русских лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать так. Пожалуйста. Господин Сабуров, вот настоящий диверсант, а вы расстреляли подсадных уток. Эти ребята знают толк. Через два дня они уничтожат ваш Черноморский флот. Адмирал Октябрьский так доверял вам, как себе, а вы отправили ему шифровку об уничтожении диверсантов. Русские вам никогда этого не простят. Честно сказать, мне жаль терять такую светлую голову, как вы. Если вы готовы к сотрудничеству с нами, то у вас на родине будут все уверены, что вы героически погибли. Шифровку отправил какой-нибудь другой боец, и именно он попадет во все учебники истории как величайший предатель. Почему вы думаете, что я поверил в эту историю с подсадными курсантами? Не поверили. А как же шифровка? Каждый должен играть свою роль хорошо. Я не мог подвести майора Столярова. Это вы предали меня, полковник. Мой отец жив. Будьте вы прокляты. Ублюдок. Мы предлагаем вам сотрудничество, полковник. Такого предательства вам не простят. Вы же не хотите быть самым великим предателем в истории Германии? Черт. Похоже, я проиграл. Приступим ко второй части. Катриану согласился? С трудом. Пока подсадные утки будут в школе, настоящих курсантов вывезут на задание. Как объяснили необходимость нахождения взвода отряда вермахта? Пока курсанты на задании, школа открыла свои двери для тех, кто хочет получить опыт и навыки для борьбы с советской угрозой. Где мои люди должны будут ждать настоящих курсантов? Их погрузят на корабли.
Я убедил Катрену привести вас к месту погрузки, чтобы вы увидели результат собственной ошибки. Но на самом деле он увидит свою собственную. Внимание. Катера прибыли. Это то место, о котором говорил Банин. Значит, не предатель. Грамотно. Минируйте катера. Есть. Синевич, ко мне! Приступайте. Теперь ждем. Ага. Приступили к погрузке диверсантов. Катера заминированы. Ага. Железоглой Синевич поставили мину с часовым механизмом. Смешно. Ведь это же те самые мины, которые мы у Катрен перехватили. Погибнут от своего же оружия. Вы гарантируете мне достойные условия сдачи в плен? Ну, разумеется, граф. Опять вы меня переиграли. Оставь меня одну, Сережа, слышишь? Войска отдельной Приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и овладели городом и крепостью Керчь, важным опорным пунктом обороны немцев на восточном побережье Крыма. Развивая наступление, наши войска продвинулись на запад от Керчи до 30 километров, перевалили через Турецкий вал и с боями заняли более 40 населенных пунктов. Что, Катрена? Он передал нам список агентуры со всеми шифрами, явками, паролями и прочим. Надо все равно проверить. Проверим. Жаль Панина. Он искупил вину. Видимо, она была так велика, что он просто не мог выжить. Но план вы хороший придумали. Это была его идея — сыграть на самолюбие Катрену. Рискованно, но красиво получилось. Жаль только, что не удалось избежать потерь среди своих. На войне без рисков никак. Thank you.
выздоравливайте, товарищ капитан ранга. Все? Все, успокоился. А? Ой, надо же, а мне давай. Никак не получилось. Еще один талант, товарищ Сабуров. Помянем павших, кто на море и на суше приближал нашу победу. Мы не забудем их никогда. Салют, а мы забыли. Салют! А мне теперь больше нельзя.